Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Смотрите EATV и узнаете, получится ли у них достичь цели. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Комментаторская сегодня привычная вам дуэт Константин Генич и Георгий Черданский. Сегодня мы приготовили для вас прямую трансляцию лучшего клубного европейского футбола. Групповой этап Лиги Чемпионов, вашему вниманию. Это Лейпциг против Барселоны. Нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет. И терять очки тоже, поэтому команды на поле выходят за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Играют они в пас. Лейпциг с первых минут вышел на поле в следующем составе. И смотрим на состав Барселоны. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Рональд Араухо начинает вместе с Жюлем Кунде в центре обороны. Сарио Мане будет играть с Рафиньей на флангах полузащиты. И нападающий Роберт Левандовский. Мячом игрок Барселоны. Мяч все ближе к воротам. Кастелло Люкеба. Амаду Айдара. Он может идти дальше по флангу, впереди свободная зона. С одной стороны навес плохой, с другой точный, прямо в соперника. Садио Мане. Илкай Гюндоган. Фрэнки Де Йонг. Вот такой отбор, соперник остается без мяча. Барселона получает право на штрафную. Перехвачен, не получилось отдать точно. Левандовский. Это Садио Мане. Можно забивать. Счет матча открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Повторяет нам гол. Очень хороший пас в разрез получился. Да, и там получился выход один на один, который завершился классным ударом. Вратаря винить не в чем. Такие эпизоды редко решаются в его пользу.
Лейпциг начинает с центра поля, чем он ответит на пропущенный мяч. Поульсен. Кави Симмонс. Хороший пас отдал. Нужно действовать решительно, а он просто держит мяч. Роберт Левандовский. Получится неплохая контратака. Канцело. Де Йонг с мячом. Мяч в беду. Ну и пробить надо. Ну это просто супер врата! Игрок давно с мячом и продолжает идти вперед. На гол еще раз давайте посмотрим и отметим пас. Рискованно было сыграно, но очень хорошо исполнено технически. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода 1-1. Очень здорово сыграно. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Симмонс. Кристоф Баумгартнер с мячом. С мячом Кристоф Баумгартнер. Алекс Бальда. Педри. Роберт Левандовский. Мане. Не смогли ничего придумать и просто отдали мяч. Сэм. О, команда обыграл! Ничего себе! Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Смотрит он, какие тут есть варианты. Хватает первый на мяче. Мяч уходит за лицевую, Лейпциг подаст угловую. Штрафной мяч направлен. Не смогли создать ничего опасного. Момент упущен. Штрафной в пользу Барселоны. Здорово отдал на ход, что-то может получиться. Хорошо справляется вратарь, еще одного гола пока что не будет. Непростой удар получился, но пропускать еще один в планы голкипера не входил. Мяч летит в центр штрафной. Мяч выбит, защита была готова к такой подаче. Поульсен. Люкеба. Эриф Элмас. Амаду Айдара. Поульсен. Лейпциг остается без мяча. Фрэнки де Йонг. Жоао Канселу. Фрэнки де Йонг. Левандовский.
Вот и все, потеряли мяч. Здесь он попадает под прессинг. Хороший темп набирает атака. А вот это он накручивает соперников одного за другим. Отлично свою команду голкипер выручает сейчас. Очень опасный момент был, и он уже видел мяч, нападающий в воротах, но голкипер был с этим не согласен. Первый тайм. Я бы не сказал, что у соперника есть шансы вернуться в игру, но в перерыве можно хоть что-то изменить. Они играют просто здорово. Соперники оказались не готовы к такому давлению. И счет на табло полностью соответствует тому, что происходит на поле. Фрэнки Де Йонг. Де Йонг с мячом. Как зарядил хорошо. Вот точнее, и тогда было бы опасно. А так удар очень неточный. Пошел сильно мимо ворот. Сопернику. Пошла контратака, это может быть опасно. Поульсен. Не дает он до мяча добраться сопернику. И теряют они мяч. Эриф Элмас. Педри. Садио Мане. Роберт Левандовский. Фрэнки Де Йонг. Гюндоган. Левандовский, надо решать! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Вот как классно вратарь сыграл пару секунд назад. С очень сложным ударом он отлично справился. Да, вот сейчас он без проблем мяч себе забирает. А вот несколько секунд назад по-геройски сыграл и спас свою команду от пропущенного мяча. Свисток главного судьи ставит точку в первом тайме. Впереди перерыв. И не просто так мы его вспомнили. Классный матч проводит парень. Классный матч пока что получается. Посмотри на тепловую карту касаний. Все очень хорошо для этого игрока. И это я еще не сказал о голевой передаче, которая уже успела случиться. Вышел на второй тайм с надеждой что-то поменять в этой игре. До перерыва соперник смотрелся лучше и заслуженно ведет в счете. Левандовский.
Левандовский с мячом. Де Йонг с мячом. Судья угловой назначает. Барселона будет подавать. У Лейпцига замена. Тренер выпускает на поле свежего футболиста. Нужно подать еще раз, опять угловой. Симонс. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Илкай Гюндоган. Рафини. Педри. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине. Симонс. Рональд Араухо с мячом. Рафиня. Жуан Канцел. Садио Мане. Атаку до ума. Мерино. У них может получиться неплохая контратака. Удовольствие в пользу Лейпцига. Этой команде сейчас очень нужен гол. И болельщики здорово поддерживают свою команду. Гораздо хуже, но этот перехват спас команду.
Барселона получает право на штрафной. Садио Мане. Атака прервалась на подступах к штрафу. Амаду Айдара. Он обыграл соперника. И все-таки защита в этом моменте оказывается сильнее. Со второго раза получается отобрать мяч. Жоау Канселу. Рафиня. Фрэнки де Йонг. Мане. Левандовски опасно! Гол! Как здорово они играют в атаке. Очередной момент заканчивается взятием ворот. Барселона во всей красе, она ведет в три мяча и вряд ли даст сопернику вернуться в игру. Эриф Элмас. Перину. Поульсен. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Основное время истекает через 20 минут. Какая у него координа? Левандовски, надо решать! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Классно они здесь сыграли в пас. Отдал, открылся, принял все как по ноту. А попасть по воротам с такого расстояния для Роберта Левандовского вообще не проблема. Такие футболисты из таких позиций не промахиваются. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Мерин. Фрэнки де Йонг. Мяч все ближе к штрафной. Прямо над перекладиной мяч проходит. На исполнение бил, на точность, но немного не попал. Хороший отбор. И открывается партнер под атаку. Жуан Канселу. Рафини с мячом. Конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Барселона завладел мячом. Хорошее владение мячом он демонстрирует. Сорвем. Хороший был удар. Вратарю повезло, что мяч пошел выше. Yeah.
Кунте с мячом. Вот повтор. Насколько все-таки важно для игрока оказаться в нужный момент, в нужном месте. Отличный гол. Подходит матч к концу. Приходится констатировать очевидное. Борьбы у нас сегодня не получилось. Хави Симонс. Ворота все ближе. Очень много передач, а нужен всего-то один острый пас. Здорово играет вратарь. Рафиня. Кипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Время матча подходит к концу, но футболисты Барселоны постоянно нагнетают давление. Они сохраняют хороший темп и не дают сопернику шансов спасти матч. В этом матче они решили не сбавлять до самого финального свистка. Разница в счете и так разгромная, но, по всей видимости, она может стать еще больше. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Педри. Де Йонг. Отличную игру в пас они демонстрируют. Удар нужен. Гол! Они не успокаиваются и отправляют в ворота еще один мяч. Невероятная игра нападения. Вот на повторе хорошо видно, что изначально неправильно вратарь располагается. Здесь забить большого труда не составило. А вот голкиперу команды могут возникнуть вполне резонные вопросы. Игра продолжается так, как это не футбол, а в теннисе при счете 6-0 команда заканчивается. Барселона получает право на штрафной. Не дает он до мяча добраться сопернику. И пробил он. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Хорошо на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. Да, все как по учебнику. Буквально вколотили мяч в ворота. Счет до неприличного. Ксавер Шлагер. Есть поддержка в этой атаке. Амаду.
победы. Хорошо мяч укрывает он. Идет с мячом к воротам. С мячом к Савершлаге. И отдает мяч под прессинг. Удар. Отражает мяч Тер Штеген. И все, финальный свисток. Арбитр ставит точку в этом матче. Проиграли они сегодня. К сожалению, соперник оказался лучше готов к этой игре. Видно, это было и по общему плану, и в мелочах. Просто они лучше подготовились к старту в Лиге чемпионов. И знали, как играть против своего соперника.